к нам сейчас по скайпу присоединяется Мехмет Перинчек, доктор исторических наук, преподаватель Стамбульского университета. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, что сейчас происходит? Вот как эту ситуацию видите вы прямо из сердца Турции? Ну, сначала надо подчеркнуть, что интересы Анкары и Дамаска в регионе совпадаются. Обе страны измучают от самых угроз. А эти угрозы являются террором фундаменталистов и сепаратистов, которых поддерживают Вашингтон. Турция и Сирия не на противоположных сторонах. Наоборот, они на одном фронте. Это значит, они должны, Дамаск и Анкара должны быть соратниками, а не врагами. Конечно, в недавнем прошлом был сложный процесс или отношения обоих стран. Но надо преодолеть эти проблемы за интересы обоих стран и за интересы региона. Но вижу, что процесс улучшения отношений между Дамаском и Анкарой уже начинался. Но еще есть очень шаткая почва. Надо все делать очень внимательно, чтобы атлантические силы не воспользовались этими условиями за свои интересы. Сейчас такой конфликт между этими странами, между Сирией и Анкарой, это 100% в пользу Вашингтона. И, конечно, США, Вашингтон, они стараются провоцировать такой конфликт между нашими странами, не только между Дамаском и Анкарой, еще между Москвой и Анкарой. И поэтому наши страны должны сотрудничать, и Турция, и Сирия должны установить военные и, конечно, дипломатические связи. Я думаю, что у нас нет времени, надо все делать и начинать очень быстро. Мехмет, благодарю вас. На прямой связи со студией был доктор исторических наук, преподаватель Стамбульского университета Мехмет Перинчек.